ту зиму я подрабатывал фотографией. Но светская жизнь мало привлекала меня. И когда оставалось время, я ходил по московским дворам в поисках уходящей натуры. Следуя заветам великого Леонардо, вглядывался в трещины и потеки на старых стенах. Подошел человек. Он был последним, кто проживал в этом дворе. Всех давно выселили, а он все еще держался за угасающий очаг. Я спросил, не страшно ли ему одному в пустом доме. Но он ответил, что человек никогда не бывает один. С ним всегда его ангел-хранитель. Вот он-то и навел меня на тот странно заброшенный дом, находящийся где-то в переулках за Москворечье, и подробно объяснил, как пройти туда. Труда нашел его. Он и вправду смотрелся странно среди окружающего его новодела. Разрушался он, видно, давно. Внутри уже успели вырасти деревья, и я подумал, что надо бы прийти сюда летом или осенью. А пока что под ногами хрустели сучья и всякий хлам, который сбрасывали сюда жители близлежащих домов, превращая его в отстойник. Я провел в этом доме минут 40, пока у меня не возникло странное ощущение, что я тут не один. В дверных проемах не было никого. За стенами лежал грязный снег, и тем не менее ощущение присутствия еще кого-то не покидало меня.
Ей тебе ничего не нужно. Ей нужно, чтобы ты снова ребенком стал, чтобы она тебя могла на руках носить и защищать. Кому это куст горящий явился? Ну, ангел в виде куста. А, Моисея. Ангел в виде горящего куста явился пророку Моисею. Он еще там народ свой вывел через море. Эти полки с края. Да-да, спасибо. Ну-ка, прочти мне страницу, которая лентой заложена. Руссо, дижонская диссертация на вопрос, как влияют науки и искусство на нравы людей, ответил отрицательно. Читай только то, что подчеркнуто красным карандашом. У нас мало времени. Несмотря на то... Ой, нет. Нет сомнений, что разделение церквей отъединило нас от Европы. И что мы не принимали участие ни в одном из великих событий, события, которые ее потрясали. Но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена.
для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Положа руку на сердце, разве находите вы что-то значительного в теперешнем положении России, что-то такого, что поразит будущего историка? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литератор меня раздражает, когда человек с предрассудками я оскорблю. Но клянусь честью, что за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Из письма Пушкина, Чаадаеву, 19 октября 1836 года. Хоть бы чаще появлялся у нас, знаешь, ведь как он скучает. Вот что, Наталья. Пускай Игнат живет со мной. Ты что, это серьезно? Ну, ты же сама как-то говорила, что он бы хотел этого. Давай без лишних эмоций спросим его самого. Как он решит, так и... Кстати, и тебе будет легче. В чем мне будет легче? Иди попрощайся с отцом. Хорошо, да-да, конечно. Сейчас еду. Свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье, одни на целом свете. Ты была смелей и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, и в темноте светилась и медленно клонилась нагота. И просыпаясь, будь благословенна, я говорил, и знал, что дерзновенно мое благословение. Ты спала, и тронуть веки синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола. И синевою тронутые веки спокойны были,
и рука тепла, а в хрустале пульсировали реки, дымились горы, брезжили моря, и ты держала сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и, Боже правый, ты была моя. Папа. Чувствиям не верю, и примет я не боюсь, ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет, ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском. И я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною ваши дети и жены ваши за одним столом, а стол один и прадеду, и внуку. Грядущее свершается сейчас, и если я приподнимаю руку, все пять лучей останутся у вас. Я каждый день минувшего, как крепью, ключицами своими подпирал, измерил время землемерной цепью и сквозь него прошел сквозь Урал. Я век себе по росту подбирал, мы шли на юг, держали пыль над степью, бурьян чадил, кузнечик баловал, подковы трогал усами, пророчил и гибелью грозил мне, как монах. Судьбу свою к седлу я приторочил. Я и сейчас в грядущих временах, как мальчик, привстаю на спинах. Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла. За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно, когда б ее летучая игла меня как нить по свету не вела.